вот, если вы хотите узнать побольше обо мне из первоисточника, нет какого-то человека, который меня не видит, а там по интернету что-то там прочитал и пишет, а непосредственно от меня. Это как раз мне было в 2014 году 60 лет, и я решил потихонечку, так сказать, продолжить написать. Вот мои родители покойные, мама с папой, вот супруга, вот я занимаюсь тяжелой атлетикой, любовь с детства. Это мой аттестат об окончании средней школы, есть там тройки. Мое удостоверение мастера спорта за номером, если уж такие сяки, можете проверить, значочек. Это диплом об окончании института Центрального ордена Ленина Института физической культуры и спорта. Более того, вот она ведомость за печатями, за этим и так далее, что мне была дана, как я учился. То есть, а тут я уже учился, госэкзамены на 5 я сдал. А в школе мне было неинтересно учиться на тройбаны. Так вот, один человек, я не знаю, говорит, да не, мол, не было таких ведомостей, и ты, мол, обманщик. Не знаю, откуда он это взял, что он взял, учился он там, не учился он там. Ну вот у меня это есть, и всем нам давали. Мы сдавали в 80-м году в Ростове-на-Дону. У нас были экзамены, потому что это филиал был Московского института. Тогда шла Олимпиада, и нас, естественно, в Москву не пустили. Вот я изучаю, пробую, описываю, работаю на компьютере. Видите, какой компьютер. Кстати, этот компьютер у меня остался. Такое. Кое-что, видите, тут не было, залепил на этом. Потом у нас, ну если это, говорит, вот в спортзале я тут демонстрирую. Далее пошло оздоровление. Лекция. Это уже, видите, я был таким большим дядькой. Дядькой большим был. Ну, весил где-то 107 килограмм. Самый большой вес был 117 килограмм. И после того, как я сдался, видите, такая... Все сошло, пожалуйста. А вот он, снег. Зарывает в снег. То есть показываю, рассказываю. А это уже когда пошло телевидение. В гостях у великолепной Елены Проколовой показываю стойку на голове, ноги в положении лотоса. Но вот так вот было у нее. Вот она тут смотрит. Видите, самостоятельно делал все эти вещи. Сейчас я на голову встать стану. А вот так, по-моему, самостоятельно я не сделаю. Так, что это такое у меня диплом? Ага, это диплом, что я академик. Народной медицины Узбекистана. Очень почетно, потому что в Узбекистане был в свое время Авиценна. Так сказать, корни медицины, народной медицины. Это мои издатели, когда я начал вот эти все книги писать. После вот этого периода пошел период книжный. Но до этого я сам ездил. Вот 92-93 год распространял книги, читал лекции. И в Днепропетровске была Украина, брала мои книги очень хорошо. Сейчас все там нарушилось. Далее появились издатели, которые, видите, тут торговали моими книгами. На книгах я заработал, вот этот вот дом построил. Потом его там перестраивали. Первый ведущий был со мной Андрей Малахов. Вернее, я с ним. Вернее, как бы сказать, Эрнст решил сделать программу «Малахов плюс Малахов». Естественно, как бы сказать, я старший, а Андрей мне помогает там. Потому что решили, что я слабовато говорю и так далее. Ну, правильно вообще-то решили.
что кто-то должен был ввести в курс дела. И вот Андрей за это дело взялся. А потом, естественно, появилась Лена. Это редакторский состав, вот они, когда мы были молодыми. Это вдохновитель передачи Марина Петрицкая. Она ее, так сказать, кровью и потом сделала. Вот. Далее, это наши герои. Приходили с удовольствием. По крайней мере, подавляющее большинство на программу. Выступали, я их не перебивал, давал им высказаться, все такое, потом комментировал, и в этом моя фишка. Вот с Ангелиной Волк очень хорошо мы как с ней так вписались и, как бы сказать, были довольны. Кстати, у нее первый муж Геннадий, как-то вот это вот все так вот, все так было. Но это я вот еще немного, я дорасту до Эйфелевой башни, до Останкинской башни. Это приходили. Вот. Так что можете почитать, как там, что там было.